И еще одно упражнение, его можно использовать как и для ног, так и для рук, так и для любых таких продольных мышц. Например, на плечах мы это использовали, на трицепсах мы это использовали. И также здесь, когда мы берем ткани и просто растягиваем их, вот эти вот длинные мышцы мы их растягиваем. Вот так вот растягиваем с этой и с этой стороны. Сейчас показываю. Взяли, растянули, взяли, растянули, взяли, растянули, взяли, растянули. Вот такое упражнение. Про него тоже не забывайте. Его можно вставлять на любых частях тела.